получили мы новые инверторы Soco SunPax 5,5 киловатт, 48 вольт. Какие у них особенности? Мощность реальная 5,5 киловатт у каждого. Возможность параллельного подключения, возможность построения трехфазных систем. До 9 инверторов между собой объединяются в сеть. Можно, например, в одну фазу подключить 9 инверторов, получим 47,5 киловатт мощности на фазе. Можем по 3 инвертора на фазу сделать трехфазку, будет 16,5 киловатт на каждой фазе. Еще из особенностей высоковольтный МППТ контроллер 100-амперный. То есть можно 10 мощных панелей, там 400-ваттных, например, подключить последовательно. Получим какую выгоду получим? Можно более тонкие провода использовать, панели дальше от энергоузла поставить. То есть высоковольтная система, она более как прогрессивная, продвинутая. Вот и сейчас продемонстрируем работу. Тут мы их уже настроили в параллель, вот эти вот коммуникационные провода подключены. То есть они подключены параллельно, мощность их сложена. Вот здесь вот фаза на фазу подключена, выходы объединены у них. И можно подключить нагрузку. Павел Николаевич, включайте батарею. Вот у нас масляный радиатор в качестве нагрузки. Мощность у него 2 киловатта примерно. И вот сейчас посмотрим. Он у нас выдает. Вот здесь с этого инвертора 1,1 киловатт снимаем. И с этого инвертора тоже 1,1 киловатт. То есть мощность у них складывается. В результате оба выдают 2 киловатта. Вот такая схема параллельного подключения. Можно 3, 4, 5 инверторов, как угодно коммутировать. То есть можно системы любой мощности до 47,5 киловатт строить.